Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать! Сегодня без промедления и задержек хочу вам показать выкраску новинки от торговой марки Amy. Это новая линейка гель-лаков из серии Dolce Vita. Я в прошлый раз оговорилась и сейчас исправляю свою ошибку, оговорилась по незнанию, не специально. Так что эта линейка называется Dolce Vita и состоит она из 7 красных оттенков, от нежно-красных до таких ядреных красных глубоких цветов. Хочу обратить ваше внимание, что немножечко изменилось в оформлении пузыречков Amy. У них теперь есть вот здесь сверху цвет, который вы имеете. То есть теперь не обязательно поворачивать и искать эту этикеточку, не зная, какой цвет у вас в руках. Теперь это сделать гораздо проще. Спасибо, что продумали такую концепцию. Итак, давайте же начнем. Первый цвет, с которым я хочу вас познакомить, 069, называется «Рубиновый блеск». В этой коллекции всего два мерцающих цвета, остальные цвета эмалевые. Давайте нанесу. Удобная широкая кисть, наносятся блесточки достаточно равномерно. Цвет ложится практически ровно, почти что не полосит, но понадобится еще один дополнительный слой гель-лака. Отправляю в лампу. Очень красивый, глубокий рубиновый цвет сам по себе. Такой благородный, насыщенный. И я не думаю, что под него нужен какой-то дизайн. Достаточный, по-моему, сам по себе. Вторым слоем нанесла. Идеально. Никаких проплешин, никаких пробелов. Сушу в лампе. Следующий номер 070. Этот цвет называется «Красная звезда». И тоже имеет деликатное свечение. Блестки достаточно крупноватые, поэтому нужно наносить очень-очень аккуратно. Отправляю в лампу. Мне нравится плотность и консистенция материала. Нравится то, что достаточно двух не толстых слоев, и ноготок уже полностью перекрыт без каких-то проплешин, каких-то пробелов, без изъянов. Вот так выглядит в два слоя. Сушу в лампе. 071 называется Merlot. Это красно-коричневый цвет, даже такой винный. Гель-лаки средней консистенции, но достаточно плотные. Широкая кисть, которая расплющивается и позволит накрасить ноготок сразу по всему периметру. Вот так получилось в один слой. Требуется дублирующий, и я отправляю в лампу. Наношу второй дублирующий слой. Эмалевые лаки, они достаточно капризные, и нанести их, допустим, вот так в два слоя, это достаточно проблематично. Требуется три тоненьких слоя, но за счет мягкой кисти и плотной пигментации мы видим хороший результат. Отправляю в лампу. 072 называется императорский красный или красный императорский, неважно. С холодным подтоном, очень красивый, благородный, такой вишнево-малиновый цвет, сложный, достаточно сложный цвет. Наношу первый слой. Практически идеально, но все же вторым слоем нанесу, для того, чтобы продублировать и убрать всякие неровности и какие-то погрешности. Отправляю в лампу. Гель-лак самовыравнивающийся, и каким бы слоем я его не наносила, в лампе он не закипает, несмотря на то, что я сушу достаточно мощной лампе. Нанесу вторым слоем. Отправляю в лампу. 073. Этот цвет малина. Красивый, очень красивый цвет. Мне кажется, этот цвет даже немножечко плотнее и гуще, чем предыдущие. Перед тем, как наносить вот такие пигментированные цвета гель-лаков, желательно пузыречки хорошенечко взбодрить, перемешать весь пигмент. Ну и как вам? Отлично, отправляю в лампу. Нанесу второй слой. Как вы видите, идеальный результат. Сушу в лампе.
И еще один красавчик 074, который называется «Безупречный красный». Это классический красный цвет, тот самый, который самый-самый красный. Тоже достаточно такой плотный и достаточно насыщенный. Наношу первый слой. Кисть мягкая, поэтому старайтесь не махать ею как веером. Старайтесь по касательной проглаживать ноготок для того, чтобы не взбивать на поверхности пузыречки. Отправляю лампу, дублирую вторым слоем. Кроме этого, гель-лак высыхает практически без остаточной липкости, то есть она есть, но очень-очень тонкая. И если вы будете полусухой кистью махать по поверхности почти сухого гель-лака, нанося второй слой, то вы непременно также взобьете пузыречки, которые у вас при полимеризации быстренько на поверхности поднимутся. Это касается не конкретно этого лака, а вообще всех гель-лаков. Наносите аккуратно. Отправляю лампу. И последний красавчик из этой коллекции 075, который называется «Кардинал». Я даже не знаю, как характеризовать этот цвет. Он красно-коралловый, насыщенный красно-коралловый цвет. Нанесу первый слой. Сушу в лампе, продублирую вторым слоем. Как вы видите, все идеально гладко, и отправляю в лампу на полимеризацию. Мне осталось перекрыть финишем, и все готово. Вот такая линейка красных гель-лаков, новинка от торговой марки Эми, которая называется Dolce Vita. Все оттенки красного для любой модницы, для любой капризницы, для любого человека, под любое настроение вы сможете теперь подобрать любой оттенок красного. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен, а я прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! Да, и ссылочка на магазин под видео. Не пишите мне, чтобы я вам что-то продала. Все, я определилась с цветами. Это два цвета L14, L43. Дальше у меня два цвета L31, L1. Ну, это кому интересно, номера какие. И номер L28. И две кисти у меня. Одна кисть для лепки, одна кисть для фона. Для фона Easy Flow 8.